Ребята, всем добрый вечер. Сегодня 7 апреля. В общем, на удочку от вечерней поклевки были несколько штук. Один был сошел. Короче, попался вот такой карасик. Кстати, я вам скажу, что карась довольно упитанный. Толстенький весь. И походу он с икрой. Так, карась вообще хорошенький прям. Такой не худой. Отпускаем. И попался вот этот вот. Ху-ху. Красавчик. Вот он. Куды ж ты, куды ж ты? Куда ты пополз, дружище? Так, ладно, отпускаю я его. Вот такой красавец. Еще один такой сошел. В общем, ребята, рыбеха есть. Я думал, как они тут перезимовали. Тут только попадались одни гальяны, пескари и кони. Ну вот, попался карась. И попался сомик. Такой неплохой. В принципе, сомик довольно упитанный. Ну, корма-то им хватает. Ой, скоро буду сливать этот водоем, буду перекачивать воду. В общем, он там скоро бассейн оттает. О, бассейн оттаивает уже. Как до конца оттает, я с него скачаю воду, и тогда уже начинаю перекачивать от этого водоема часть воды туда, перекачаю в бассейн. Наверное, еще куплю емкость бассейновую тонны на 4. Такую надувной бассейн возьму. Чтобы еще часть воды перекачать туда. Сохранить вот эту воду. Потому что вот эта вода, это здесь уже она сформированная. Здесь и всякие микроэлементы, микроорганизмы. В общем, в ней есть все. В этой воде. Так что рыбёха, в принципе, нормально перезимовала. Я вам скажу, не худая. Значит, сом активно питался. И карась, в принципе, тоже, видать, питался. Всего им хватает. Ну вот вода мутная, глинистая. Это говорит о том, что, походу, сазан роется в глине на дне. Поднимает муть. Буду сливать этот водоем. Буду его расширять немного. Удлинится он где-то метра на 3, станет длиннее. И глубже еще на метр. Глубина где-то будет около 3 метров. Поэтому, ну не на метр, где-то сантиметров на 70, наверное, глубится. Потому что здесь где-то, ну, максимум 20-30 глубина. Сейчас не знаю, может даже помельче. Что где-то вон берега обмываются. В общем, буду переделывать. Делать это уже водоем, буду делать его с гидроизоляцией. Но она будет закрытая, там все будет обложено камнем, также чаша будет сделана, в общем, как природная. Вот, вот этот вот, это полимерный водоем. Видите, вода в нем прозрачная. В принципе, рыба в нем тоже очень хорошо вся перезимовала, отходов не было. И всю зиму на него ловилась рыбка. В общем, как-то так, ребятки. Что-то клюнуло пару раз, сейчас что-то молчит, стоит. Видать, когда вываживал сама, наверное, поперепугались там. Он тут так носился с удочкой. Просто с тобой не было ни телефона, ничего. Поэтому так, закинул спонтанно, думаю, вечером попробую, пока баня топится. Закинуть удочки. Ну, в общем, как-то так, ребят, все нормально. Ну, как бы не грустно было, что водоем менять, но буду его переделывать. Многое мне здесь не нравится. Кое-какие ошибки здесь есть. Хочу их устранить. И, в общем-то, ну, и, в общем-то, переделать хочу. Так что как-то так. Ладно, ребят, всем привет. Вон фонтан уже почти, кстати, оттаял.
Вон он. Еще немножко. И он оттает до конца. Ладно, ребят, всем привет.